Настроение супер, дела супер, неделя прошла довольно продуктивно, тренировочный процесс, все супер, нас подготовили к этой игре максимально хорошо, и завтра мы это покажем. Соперник дошел до стадии третьего раунда Лиги Европы, поэтому мы с уважением относимся как к профессиональной команде, которая на этой стадии достигла того, чтобы играть и противостоять нам. Поэтому здесь не может быть никакой недооценки соперника. Мы понимаем, на какой стадии мы находимся. И я думаю, что ребята и коллектив весь тоже понимают всю ответственность этого противостояния, потому что на кону серьезный проход в следующий раунд, то есть как минимум Лига конференций. Поэтому здесь я думаю, что ребята серьезнейшим образом подходят к этому матчу. И самое главное, будет зависеть от того, как мы сработаем, используя свои сильные стороны для того, чтобы добиться успеха в предстоящем матче, ну и самое главное в двухраундовом противостоянии. Соперника мы разбирали, конечно, но не совсем хорошо так еще знакомились с ними. Ну, выделить кого-то, наверное, я не смогу. Ну, в принципе, вся команда неплохо играет, что в обороне, что в атаке. И завтра будет довольно хороший бой. Мы изучили соперника, да. Ребята с испанскими паспортами поиграли в Сегунде, поиграли в Португалии, некоторые играли. Да, понятно, что возрастная команда, но есть опыт определенный. Поэтому то, что ребята техничные у соперника, безусловно. Вот. Самое главное будет, еще раз говорю, в этом противостоянии, оказывать постоянное давление, то есть физическая готовность команды у нашей хорошая. И вот здесь еще раз хочу сказать о том, что очень важно будет постоянное давление оказывать на соперника, чтобы заставлять ошибаться их, заставлять не успевать за нами. Вот поэтому это основная задача и в предстоящем матче. Ну, мы не обращаем на это внимания. Понятно, что это уже другая стадия. Вот, поэтому здесь мы никоим образом уже не смотрим на то, что было. Живем настоящим. Сейчас мы уже абстрагируемся от предыдущих матчей. Да. Игра команды порадовала, да, но мы, к сожалению, не прошли в следующий раунд Лиги Чемпионов. Поэтому сейчас надо полностью переключиться на нашего соперника Линкольн Гибралтар. И еще раз хочу сказать о том, что только исключительно этот соперник нас сейчас интересует в этом противостоянии. Ну, на это, скажу так, не стоит обращать внимание. Это могло быть такое с любым соперником. Это надо все равно просто отбросить. Матч будет довольно тяжелый.